Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 4, 5, 1. Давайте приступим. У нас будет настройка виланов и так дальше. Первое, что нужно сделать, это открыть R1, нажать Enter, ввести команду Enable, Conf-T, и давайте закреплю вверху вот наше задание, чтобы видеть, сколько баллов мы уже набрали. В режиме конфигурации вводим команду int g0/1.10. Тут нам нужно настроить инкапсуляцию для этого саб-интерфейса. .lq10 IP-адрес у нас 172.17.10.1. 255.255.255.0. Точка 0. Окей, мы настроили этот саб-интерфейс. Переходим к следующему. У нас будет точка 20. В этом саб-интерфейсе мы прописываем также инкапсуляцию, только уже инкапсуляция будет в конце 20. И IP-адрес у нас будет отличаться только вот тут. У нас будет здесь двойка. Готово. Следующий у нас 30. Пока ничего нового не происходит. Инкапсуляция 30, IP-адрес тоже 30. Готово. Дальше нам нужно настроить нативный интерфейс. У нас он по заданию 99. Ой, точнее 88. Давайте это сделаем. Int g0/1.88. Инкапсуляция .lq88 native готово. IP-адрес указываем 172.17.88.1 255.255.255.0. Готово. Теперь у нас остался только интерфейс G0199. И тут у нас также инкапсуляция идет. 99. И IP-адрес у нас такой же, как предыдущий, но тут 2 девятки. Все окей. Готово. Check results. Тут у нас все настроено. Нужно только изменить под статус на Active. То есть мы открываем тоже устройство. Пишем exit. Int g0, 0, no shutdown. 0.1, no shutdown. Готово. Check results. Мы закончили один блок настройки на нашем R1. Остался только S1. В котором будут интерфейсы и виланы. Открываем S1. Enable, conf-t. Пока все стандартно. Дальше прописываем название всех виланов. Int, ой, что я делаю? Vlan 10, name, students, ой. Факультет. Готово. VLAN 20. Name students. Теперь уже. VLAN 30. Name у нас default guest. VLAN 88, name native, VLAN 99, name management. Готово. Check results.
Тут у нас все готово. Осталось настроить только интерфейсы для этих виланов и дефолт gateway. Давайте настроим дефолт gateway. Для этого exit в предыдущий режим IP default gateway 172.17.99.1. Маска по сети 255.255.255.0. Что-то не так. IP default gateway. А, я путаю default gateway и с обычной настройкой IP-адреса. Смотрим. IP default gateway корректный. Осталось только настроить наши интерфейсы. А для этого прописываем интерфейс range f0.11, чтобы было видно, 0.11 до 17. 0.17, готово. Switchport access VLAN 10. Switchport mod access. Готово. Дальше fast Ethernet range 0.18 и до 24. Switchport mod access. Switchport access VLAN 20. Готово. Следующий интервал с 0.6 и до 10. Switchport mode access. Switchport access VLAN у нас 30. Готово, мы на это настроили. Следующий у нас будет int g01. Тут мы указываем switchport mod trunk. Далее switchport trunk native. У нас он будет 88. Что-то не так. Switchport access VLAN. А, потому что не нужно найти switchport trunk VLAN. Switchport trunk VLAN. Switchport mod trunk. Switchport trunk VLAN 88. Check results. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Fast Ethernet 0.2.0.3.0.4. Такс. Давайте настроим с 0.2 до 0.4. Так. Откроем нашу табличку. Fast Ethernet. Откроем S1. Так, смотрим. Switchport trunk native VLAN. VLAN. Все, готово. Настроили. Теперь интерфейс. Range. Нам нужно с F01 до 5, а также интерфейс G02. Shutdown. Готово. Check results. Что нам еще осталось исправить? Нам нужно настроить VLAN 99. Чтобы его настроить, это у нас на S1.
99 у нас настраивается на интерфейс VLAN. Ага, все без проблем. Exit. Интерфейс VLAN 99. Здесь мы настраиваем IP-адрес 172 17 99 10 255 255 255 0. Давайте удостоверимся, что все окей. Готово. И еще раз можем прописать на шоудаун, чтобы все было точно включено. Таким образом, мы настроили все наши устройства. Я набрала 100 баллов, думаю, вы тоже. На этом все. Всем пока.